за руль через час после операции на мозге. Нож, который не режет. Наркоз, который не усыпляет. Метод, который не пугает. Доктор ответит на все ваши вопросы. Уникальный способ лечения опухолей головного мозга. 2 ноября. В студии главный специалист регионального Минздрава по радиотерапии Инна Яковлева и врач-радиолог Центра перспективной медицины Юлия Пышкина. Программа «Звоните доктору». 2 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».